Из Перми на Крымский полуостров по стальным магистралям. После запуска железнодорожной части моста через Керченский пролив в 2019 году поезда соединят Крым и 11 городов России, сообщает агентство ТАСС. Столица Прикамья в этом списке наравне с такими городами, как Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Воркута, Архангельск, Челябинск и Новосибирск. Пассажирские поезда из 11 городов России будут ходить в Крым после запуска в 2019 году железнодорожной части моста через Керченский пролив. Уже в первый год по мосту, согласно прогнозам, проедут в обе стороны 6 миллионов человек. В настоящее время специалисты готовят инфраструктуру железной дороги полуострова к вводу моста. Отметим, что сейчас Крымская железная дорога, основанная в 2014 году, обслуживает только те направления, что расположены на территории полуострова. Курсируют 53 поезда. После ввода железнодорожной части Крымского моста и подхода к нему в Керчи, все это хозяйство также перейдет в управление КЖД. Строительство моста в эти дни идет полным ходом. Длина Крымского моста составляет 19 километров. Соответственно, если посчитать первый и второй путь, то общая длина укладываем путевой решетки по мосту, это 38 километров, 2000 шпал на километр. Расчетные нагрузки для движения поездов со скоростями для пассажирских 120 километров в час, для грузовых 80.